Раньше все было. Я не имею отношения к этому. Да, дурное дело не хитрое. Так ты говоришь... Может быть, это... Чужие дела не мое. Нельзя держать язык за зубами. Ты хочешь сказать, как можно не понимать этого? Я думал, это уже давно решенный вопрос. Было намного лучше, не то, что сейчас. Чужие проблемы, не мое. Больше не хочу слушать эту болтовню. Раньше все мне было казалось, намного что эта проблема лучше, давно то, уже решена. Сейчас. Научи меня лучше владеть одноручным мечом. Обучение должно происходить постепенно, только так ты станешь настоящим мастером. Лучше я посмотрю со стороны. Больше не хочу слышать. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Такое со мной больше не случится. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. В этом деле главное слишком... выждать время, а потом видно будет. Может быть, это правда.
отношение к этому. Лучше я посмотрю со стороны. Со мной это часто случается. Раньше все было намного лучше. Не то, что сейчас. Да ну, хватит болтать. Лучше я посмотрю со стороны. Thank you.
Thank you.
Исчезни, здесь тебе не место. Я ищу камень Юнитор. Ты пришел слишком поздно. Я уже сам нашел его. И я решил оставить его себе. Ночью я слышал слова спящего. Он сказал, что теперь я его единственный последователь. Теперь только я буду служить спящему. Он больше не нуждается в гуру и стражах. Только я один. Умри! Прежде чем что-нибудь говорить. Здесь нельзя говорить, что попало. Все время одно и то же. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком... Не хотел бы Я нашел Юнитор. Замечательно. Ты очень сильно помог нам. Отнеси его теперь к Оргалому. Он знает, что с ним делать. А я не заслужил награды? Так и быть. Ты не из нашего братства. Но я награжу тебя. Возьми этот амулет в благодарность за твою помощь. Послушник Нирос сошел с ума. Он сказал, будто спящий явился ему и избрал его своим единственным слугой. Потом он напал на меня и захотел убить. Могущество спящего слишком велико для разума послушника. Лишь мы, гуру, после долгих лет медитации смогли достичь той силы духа, что позволяет нам выносить голос всемогущего спящего. Так ты говоришь... Может быть, это правда? Не хотел бы я попасть в подобную передачу. Возможно... Нельзя верить, что не спасибо. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Да, дурное дело не хитрое. Все время одно и то же. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. И почему нельзя держать язык за зубами? Я не имею отношения к этому делу. И почему нельзя держать... Больше не хочу слушать эту болтовню. Глупость неизлечима, я давно это знаю.
Наверное, ты прав. Наверное, ты прав. В новом лагере объявились умники, которые сами стали продавать болотник. Позаботься о том, чтобы их дело было закрыто. Такое со мной больше не... Что тебе нужно? Все время... Меня прислал Юберион. Я принес Юнитор. А, Юнитор. Теперь-то я смогу изучить действие этого редкого артефакта. Если бы у меня было достаточно слюны этих мерзких тварей. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Юберион сказал мне, что ты дашь мне награду за Юнитор. Да? Он так сказал? Думаю, 50 кусков руды тебя устроит. Это не слишком... Слюны? Да. Как ты уже знаешь, я делаю зелье для великой церемонии. Слюна ползунов является одним из самых ценных компонентов. Ты ведь знаешь, кто такие ползуны? Да. Отлично. Возможно, все время... Расскажи еще. Что ж, недавно спящий послал мне одно видение. Он подал мне знак. Я понял, что кроме слюны ползунов, в зелье нужно добавить что-то еще. И он избрал меня для этой миссии. Ты получишь задание не от меня. Эта честь будет оказана тебе самим спящим. Хм, невероятно. Молчи, глупец. Он дал мне понять, что избранный мной путь верен, но средства недостаточно сильны. Это значит, что второй компонент тоже нужно получить у ползунов. Но это не слюна. Должно быть что-то еще. А ты никогда не изучал ползунов? Я хотел сказать, может, в его теле есть еще что-нибудь, что будет сильнее слюны? Конечно, мы изучили несколько ползунов. Но, кажется, нужное нам вещество содержится только в железах в пасти. Должно быть что-то, о чем мы еще не знаем. Иди и найди ответ в их логове. Где найти этих ползунов? В старой шахте. Это не слишком интересно. Есть какие-нибудь верные приемы охоты на ползунов? В шахте находится несколько наших стражей, которые добывают их челюсти. Поговори с горновидом, он поможет тебе. Вокруг слишком много предателей, слишком... А в какой части шахты находится логово ползунов? Это самая сложная часть миссии. Я ничего не могу тебе посоветовать. Ты сам должен его найти. Сила спящего будет поддерживать тебя. Да, ты меня успокоил. Думаю, в шахте будет не слишком светло. Возьми свитки с заклинанием света и используй их, чтобы развеять тьму. Стражи в шахте помогут тебе. Да пребудет с тобой сила спящего. Да осветит он твой путь своим светом. Просветит твой дух и укрепит твою волю. До встречи. Да просветит тебя спящий. Время одно и то же. Я не имею отношения к этому делу. Нельзя верить всему, что так слышишь. Ты говоришь. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Больше не хочу слушать эту болтовню. Я хочу взять дневную порцию болотника. Вот, возьми 3 северных темных. Только не стоит курить их все сразу. Давай меняться. Что ты от меня хочешь? Быть может, что-нибудь купить? Не самое лучшее решение. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Прежде чем что-нибудь говорить. Не самое лучшее решение. Это не слишком интересно. Такое со мной больше не случится.
Раньше все было намного лучше. Спешка не доведет до добра. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Такое со мной больше не случится. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Что-нибудь изменится. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Нельзя верить всему, что слышишь. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Только между нами, другим не нужно рассказывать. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Такое со мной больше не случится. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Чужие проблемы не мое дело. Чужие проблемы не мое дело. Возможно, интересно, а в этом что-то есть. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Нельзя верить всему, что слышишь. И почему нельзя держать язык за зубами? Если ты думаешь... Только между нами, другим не нужно. Все время одно и то же. Уже тогда было ясно, что это дело не возможно. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Наверное, ты прав. Такое со мной больше не случится. Об этом слишком много болтают. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Исключительно, я давно это знаю. Сколько можно повторять? Возможно. Глупость неизлечимая, я давно это знаю. Чужие проблемы не мое дело. Возможно, попадаешь в неприятность. Так всегда и было. Я нельзя верить всему, что слышишь. Мне уже надоело это слушать. Не думаю, что здесь так что. В этом деле главное выждать время. Если ты думаешь... А потом видно. Здесь нельзя думать, что...
А это уже не моя проблема. Нельзя верить всему, что говорят. Надо выждать время. Спешка не доведет до добра. Уж лучше я посмотрю со стороны. Что этим дело не кончится. Эй, слышал новость? Здесь Инэкстремо. Они будут выступать на сцене. Торопись! Жаль будет пропустить их выступление. Что-то не так в этой истории. Давай поговорим о чем-нибудь другом. За Гомеза! Такое со мной больше не случится. Время одной... Ты можешь научить меня чему-нибудь? Да. Я могу научить тебя, как повысить силу и ловкость. Нельзя верить всему, не самое лучшее решение. Нельзя верить всему, что говорят. Здесь никому нельзя доверять. Я думал, это уже... Заходи еще. Тебе многому нужно научиться. Самое лучшее решение. Нужно думать. До встречи! Я не хочу в это. Нельзя верить всему, что говорят. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Поговорим о чем-нибудь другом. Я не причастен к этому делу. Интересно, а в этом что-то есть? Многоуважаемые бароны, уважаемые стражники, призраки и рудокопы, позвольте представить вашему вниманию группу In Extremo! Сколько можно повторять одно и то же? Нельзя. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Уже тогда было ясно, что со мной такого не случится.
проверить все время одно и то же. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Лучше я посмотрю. Интересно, в этом что-то есть. Все время одно и то же. Больше не хочу слышать эту болтовню. А это уже не моя проблема. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить.